Доброе утро. 21 апреля на дворе. Традиционно с этого срока я начинаю потихоньку снимать зимние укрытия с винограда и ставить весенние. Всегда я начинаю вот с этого места. Это самое блатное, самое намоленное такое место, где у меня растут мои любимцы. Сзади меня зимние укрытия, под которым зимовали велес, цимус и прима Украины. Почему я всегда начинаю с этого места? Во-первых, вот здесь, вот видите, окошко, напоминаю, тут у меня котельная, очень тепло. Все время эти кусты просыпаются раньше всех. Вот эти черные дуги сзади меня. По этим дугам я ставлю поликарбонатные укрытия. Не знаю, как вот сегодня получится с этим делом, очень сильный ветер. Но я сейчас начну, пока уберу зимние укрытия, пока уберу каркасы, пока сделаю сухую подвязку, подкормлю и посмотрю, попрошу или сына, или супругу помочь мне вынести поликарбонат и прикрутить его к основаниям. Ну, начнем потихонечку. Для зимнего укрытия неизменно использую дорнит. Дорнит уже высох. Вот, посмотрите, все сухо, все чисто. Сейчас начну его снимать и покажу состояние лозы и что я буду делать дальше. Материал дорнит снял. Состояние лозы удовлетворительное. Почка выходит в стадию зеленого конуса. Собственно, укрытие аккуратно сложено, подписано и готовится быть убранным на хранение. Обратите внимание на состояние почек. Почки уже выходят из состояния пушения постепенно в зеленый конус. Почему я это показываю? Многие говорят, вот велес в Подмосковье и цимус прекрасно растут в АГ, но мое АГ — это очень условное АГ. Посмотрите, 20 апреля, совсем незначительно почки отстают от почек в теплицах. После того, как я поставлю поликарбонат укрытие сюда, они нагонят практически теплицу. Поэтому мое АГ — это очень условное АГ. Это практически условия, приближенные к теплице. Ну вот, я выполнил сухую подвязку. Сейчас взрыхлю почву, подкормлю и начну ставить поликарбонатные укрытия. Вот так, достаточно быстро собрано укрытие. Теперь можно двигаться дальше. Да, если вы обратили внимание, сначала крепятся крайние листы, потом средний лист, потому что через средний лист у меня будет при необходимости доступ внутрь укрытия для выполнения зеленых операций и подкормок. Укрытие будет стоять до цветения. Все на сегодня. Как бы мне не хотелось побольше сделать, очень сильный ветер, ну, невозможно работать, пленки будет сдувать, поэтому пленочное укрытие у стены дома я буду ставить, скорее всего, в субботу, если позволит погода. Ну, а у меня есть работа в теплицах, есть работа дома, поэтому всем пока, всем успехов, хороших урожаев
и мирного неба над головой. Ну и колхозный вид, извините, вот так работаем.